волшебного. Дорогие женщины, понимание со стороны мужского вашего тыла, можно сказать так, потому что женщина в тылу мужчины, мужчина в тылу женщины, мы друг друга поддерживаем со стороны. Вот поэтому я желаю вам понимания, заботы, может быть, большего внимания элементарного и элементарного количества времени, потраченного на вас, чтобы оно увеличилось в геометрической прогрессии, потому что, видимо, это как-то связано, уделенное внимание женщине и ее счастью. Напрямую. Я, в общем-то, говорю от себя, но надеюсь, что вы со мной, мужчины, согласитесь, а женщины поддержат. Любви вам, благополучия семейного, личного, производственного. Давайте не будем забывать, что это все-таки праздник солидарности трудящихся женщин. Он так возник. Давайте отдадим дань трудящимся женщинам. Все женщины трудятся так же наравне, даже опережая мужчин. Я хочу вам прочитать одно стихотворение, так как я поэт, назвался поэтом. Выходи на сцену, читай стихи. Куда деваться? Итак. В любви давать советы — пустое дело. Порой не знаешь, где ты, и тело ненужностью своих желаний отвлекает от чувств, достойных для стиха. И во снах мечтаний высота порой доводит до абсурда. Но не сдавайтесь, мечтайте. Во снах своих летайте, и пусть кружится снова голова. И губы шепчут слово. Да. С праздником, дорогие женщины, мужчины, чтобы этот праздник был с этого дня всегда у ваших женщин. Спасибо. Сейчас Миша приготовится. Сережа, Федор здесь. Дорогие друзья, можно представить вам три моих друга? Они по одной песне споют, а потом продолжим. Три песни можно? Михаил Филимонов. Во-первых, спасибо Вадиму за прекрасный концерт, замечательный вечер. Поздравляю женщин, всех вам благ, любви, тепла, света, спасибо. Весна наступила, это весна. Идеальную тональность.
мироздания. Уважение, внимание и любви. И как ты,
женщина. Цветы. Спасибо. А сейчас я хочу пригласить на сцену Сергея Фомина. Сережа, пожалуйста. Музыкант, автоисполнитель, композитор. Идет. Сережа, пожалуйста. Добрый вечер, как всегда, добрый в Альма-Матер. Дорогие женщины, с праздником. С праздником.